Да как давно не было роликов по Clash of Clans? Мне все равно пишут, продолжают писать, почему не играешь, почему бросил, почему не снимаешь. Да все просто, ребята, потому что, во-первых, ну, я потерял хватку, Clash of Clans уже не тот, блин, если в Clash Royale еще можно играть, то в Clash of Clans, я не знаю, только олдфаги, только такие ярые фанаты этой игры еще продолжают в нее сидеть, но я ни в коем случае ничего плохого про эту игру сказать не могу и не хочу. Игра годная, просто уже свое, она, ну, изжила. То есть прошло ее время, но игрушка все равно крутая, легендарная, и иногда я захожу в нее, иногда поигрываю, делаю катки, просто не пилю видосы. И вот сегодня мне просто хочется немножко от рояля отдохнуть и запилить такой вот ламповый видос, потому что я вам говорил, что периодически буду выпускать подобные ролики, как я фармлю там золото, может что-то прокачиваю, просто поговорить с вами, разговорные видосы такие вот записывать по коку. Ну и угодить тем, кто ждут эти видосы. Кстати, по поводу моего клана, ребята, вступайте. Я не снимал, блин, я не знаю сколько, около месяца, да, может даже больше. Клан не распался, удивительно, потому что я думал, что все равно зашли только из-за того, что я видос снял. После этого все уйдут с клана. Но нет, огромный им респект, они держатся тут, донатят, играют в КВшки. Насчет донатят, вижу, все по нолям. Но тут недавно был сброс просто донатов. Поэтому такая тема. В КВшке тоже играют. Тут можно тут посмотреть войны. Ой, это не то, где тут войны клана. Вот ход войны. Вот, не знаю, кто руководит. Саруки, наверное, клановыми войнами. Поэтому передаю вам привет. Спасибо, что играете и поддерживаете жизнь клану. Поэтому вступайте, кто хочет. Сарукам передаю возможность покикать неактивных, а активных жду в моем клане. Также есть академка. В общем, читайте шапку, ознакомливайтесь и welcome. Погнали в каточку какую-то, или как это раньше называлось? Не катка. Нападем на кого-то, зафармим ресурсы. Вот, кстати, неплохая база, ресурсы крутые, но много ресурсов, но она не заброшенная, все там по-любому трапы, все активировано, поэтому пока что не хочу. Вот, что бы хотелось вам рассказать. По поводу Clash of Clans, опять же, такая, знаете, грусть и ностальгия только пробирает, ничего более. От Clash Royale почему-то в последнее время исходят только негативные эмоции. Хотя, опять же, игра тоже мне много эмоций принесла и вообще много чего мне в жизни, но ничего не могу поделать. Бомбит постоянно меня, какое-то, ну, неотвращение, я даже не знаю, так помягче, чтобы вырезаться, ну, блин, просто бесит уже как-то игра. Бесит от того, что проигрываешь, бесит от того, что ничего не меняется, все надоело. В Clash of Clans как-то такого не было. Ты какую атаку бы ни провел, ты все равно уходишь с плюсом. У тебя все равно, ну, может, кубки там немножко минусуются, но так ресурсы фармятся постоянно. Ну, это если прям нубло, да, то атака может вообще с нулем ресурсом, с нулем кубков, да, ой, с минус кубками пойти. Вот, в рояле такого нет. Каждый поединок для тебя либо положительные эмоции, либо отрицательные. То есть либо выигрыш, либо поражение. То есть нету какой-то нейтралки. То здесь можно зайти, расслабиться. Кстати, я устал, конечно, подбирать противника. Надо было на первого атаковать. А то я чувствую, здесь будет подбор у меня вечный. А, блин, ну как-то на 200 тысяч нападать неохота. Хочется подобрать более такую свежую базу. Напишите в комментариях, кто играет еще в... Где, а где Таунхолл? А. Кто играет в Clash of Clans еще и смотрите ли вы еще ролики по Clash of Clans? Если да, то напишите. Я посмотрю, сколько людей. Напишите, что бы вы хотели, чтобы я снял. Под предыдущими роликами неплохая такая активность была. И лайков много, и поддержали меня. Видно, старички все-таки Clash of Clans еще остались и гамают в эту игру. Блин, я устал искать соперника, я хочу уже напасть на него. Блин, ну это все, каждый соперник все хуже и хуже подбирается. Это вообще 11 ТХ. Вот, а что вы мне можете нового рассказать? Потому что, опять же, я не активный игрок в этой игре, поэтому много новостей я упускаю. Хотя, опять же, никаких обновлений здесь за последнее время не было. Короче, пацаны, не, еще пару круток. Потому что, ну реально, ну дайте мне хотя бы кого-то там заброшенного, там полляма, да? Да это охренеть. Мы уже сколько? 5 минут крутим, еще ни одного соперника не подобрали. Вот, также, ну, рамки у меня нету, вы видите, да, что просто рамочка под вебку и просто фон на Clash of Clans. Ну, опять же, если бы я снимал эту игрушку, я бы, естественно, заказал оформление, все было бы круто. Просто редко это делаю, поэтому, ну, так, по фану картинку наложил. Блин, да, ну, бесит, реально бесит то, что не подбирает мне... Уже, слушайте, начинаю бомбить от Clash of Clans. Все, нападаю на этого челика. Так, не будем клан кастл проверять. И, правда,
я, ну, не... Я не... Я имею в виду просто, что не умею я атаковать правильно этой армии, могу тупить, поэтому вы там, если будете поправлять, критиковать, пожалуйста, не строго, потому что, ну, сами понимаете, что, знаете, это ощущение, что только вот зашел в игру, впервые здесь играю, хотя я думаю, что эту базу я вынесу вас, да на 3 короны я вынесу, она вообще фул заброшенная. И, по-моему, тут даже не все строения. Хотя не, арбалет есть. Ну, прокачка с 8-го таунхолла. Помню еще, помню. Я, кстати, подумывал, типа, если снимать на постоянной основе Clash of Clans, то что бы это было? И мысли были создать новый аккаунт. Ну, точнее, не мысли, это не мои мысли. Это мне предлагали люди в комментариях и мои знакомые. Создай аккаунт как Джиджика, да, то есть проект. Ну и просто поднимайся, было бы интересно. Но, ребята, это ведь не Clash Royale. Тут, чтобы прокачиваться, охренеть, сколько надо времени и усилий. То есть, ну, тут это реально время. Вот. Ну, до 7-го, до 8-го таунхолла, я думаю, это возможно сделать. Но, опять же, было бы это интересно вам или нет, я не знаю, напишите в комментах. Думал, возможно, уже прокачать 9-ку до конца, да перейти на 10-й таунхолл, повоевать, какие-то тактики посмотреть. Ну, не знаю. Просто как-то не притягивает особо, знаете, так, чтобы я взял и залип в эту игру. Нет, я захожу периодически, там, ресурсы собрать, прочекать чат клана, вообще клан прочекать и все, как-то вот на этом, ну просто как-то прошел интерес к игре, пропал, не прошел, а пропал, вот, и поэтому вот как-то подзабил на нее. Вообще грустно становится от того, что такие, ну блин, игрушка, блин, ну очень-очень была популярная, на ютубе ролики собирали миллионы просмотров, мобильная игра миллионы просмотров собирала, и сейчас практически, ну, хотя я гуглил, признаюсь честно, вот перед тем, как записывать видос, гуглил Clash of Clans, хотел канал официальный найти, вот, и все-таки еще ролики выбиваются мне в рекомендации, там, неделю назад, несколько дней назад, по 50 тысяч, по 60 тысяч просмотров, то есть кто-то еще и снимает Clash of Clans, то есть есть такие фанаты преданные, но просто тех людей, которых я знал, которые начинали с этой игры, уже давно в нее не заходят, и даже если заходят, я могу ошибаться насчет того, что не заходят, но точно не снимают, вот, поэтому, ну не знаю, не знаю, напишите вы в комментариях, если еще играете, что вам нравится в этой игре, почему эта игра вам нравится больше Clash Royale, если вам нравится она больше Clash Royale, вот, поэтому давайте комментарии пишите, я под прошлым роликом по Clash of Clans все комменты читал, абсолютно практически все, и, блин, было приятно, такой фидбэк был, такая огромная аудитория откликнулась на мой ролик и на... Вообще какие-то советы там начали давать, писать, рассказывать, какие у них ратуши, что они там делают, играют. Ну это прям, не знаю, может глупое сравнение, но это целая жизнь. Clash of Clans это целая жизнь, серьезно. Давайте сварим армию, ускорим вот так вот. Пойдем последнюю каточку сыграем. Так, вот, в принципе, я просто хотел услышать вас, зрители, кто играет еще в Clash of Clans, и чтобы вы... еще посмотрели, что я еще захожу в эту игру, потому что я обещал и стримы, обещал и ролики, но этого всего нету, потому что, ну опять же, это не прибавит новой аудитории и, возможно, даже отпугнет, отторгнет от меня тех зрителей, которые были подписаны на меня из-за Clash Royale, а это факт. Блин, а где мои заклинания? Ё-моё, я заклинания не сварил. Потому что... Я начал набирать популярность в основном на Clash Royale до 10 тысяч или 20 тысяч, я снимал Clash of Clans, а вот все остальное это все роялисты. Ну, хотя эта игра, ну, как-то подвязана, рояль с Clash of Clans, большинство, то есть на рояль перешли с Clash of Clans, поэтому, ну, возможно, аудитория так смешанная, поэтому можно смотреть и то, и другое, но в основном большинство, основная моя аудитория это Clash Royale. Поэтому не удивляйтесь, если там будут писать: фу, не снимай Clash of Clans, go в Royale. Такие зрители тоже найдутся. Я их тоже понимаю. Кстати, блин, вот без банок видим, да, даже на 50% не снес. Хотя я думаю, что мы сейчас добьем проценты. Блин, сагрилась на шарик королева. Так, блин, прожимаем королеву, нам 1%. Все, звезду забрали. Не нафармили ресурсов, но зато одну корону взяли.
В общем, пишите, ребят, если что-то годное, ну, предложите в комментариях мне, то, ну, по поводу съемок по Рояль, ой, по Clash of Clans, если что-то интересное такое, что и мне будет в азарт и в увлечение, я продолжу, просто, ну, деревня у меня тут хорошая, как бы, не один день играл в эту игру, поэтому... Пишите, буду ждать вашего отклика, посмотрим, сколько посмотрят зрители этот ролик, посмотрим, как вы отреагируете на это в комментариях. Ну и если хотите побольше разговорных видосов, не скупитесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Я был рад услышать и увидеть после того, как выложу ролик, я посмотрю комментарии. Буду рад вас всех увидеть, игроков с Clash of Clans, потому что, опять же, я эту аудиторию тоже помню и начинал именно с этой игры. И толчок дала мне эта игра, и познакомился вообще с Ютубом и со своими зрителями с Clash of Clans. Поэтому я этой игрушке тоже благодарен и периодически все равно буду записывать такие вот разговорные ролики. Ну, а может в дальнейшем придумаю что-то, может, более полезное. К примеру, онлайн-катки разными миксами, как там фармить то, другое, если это интересно. Либо же КВшки смотреть, как мои сокланы атакуют, ну и как я там провожу какие-то атаки. Но опять же, это я еще подумаю, посмотрю по фидбэку. Спасибо! Не отписывайтесь, кто смотрел Clash of Clans и только здесь из-за него, хотя я сомневаюсь, что тут такие есть, ну может есть, но немного. Ну и со кланы тоже, не расходитесь с клана, я периодически буду снимать, пиарить клан. Спасибо, что вы есть. До новых встреч, увидимся совсем скоро, пока.